варианте и вои работаем, то есть одинаковое количество раз. То есть разноименные, одноименные. Я покажу в одноименные всю как бы суть. То есть первое, ставим просто и нажимаем. На второе, мы чуть-чуть уходим назад, но локоть прямой. Три, локоть остается немножко согнутый, делаем то же самое. И потом от головы работаем то же самое. Понятно, да? А потом на выпаде. А потом шаги, ты уже записал шаги, которые были. То же самое диаку. И то же самое с кулаком, если коротко. Левый, правый. Еще да. Не записали. Что левый, правый? Ну покажи, правый, левый. Другой, что ли? Нет, и левый, и потом правый. А-а-а. Одновременно. Ну ладонями покажу. Без двигания, да. Да, понятно. Вот теперь все вроде. Все.